Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Подрядчики снова подводят администрацию Кирова. Сильно не уложились сроки. Бригады, которые благоустраивают сквер Трудовой Славы, сдать работы они должны были к 1 августа, но неготовой работы еще много. Организация ссылается на срывы с поставками материалов и погоду, но все равно будет оштрафована. А компания из Чувашии, которая вместо Киров-сигнала с 10 августа обслуживает светофоры в городе, не справляется с этим. Киров с таким и столкнулся впервые. Опасаются в мэрии и проблем с раскопкой теплотрасс, помня опыт прошлого года, когда подрядчик раскапывал город без разрешения и не проводил благоустройство. Глава администрации Кирова Дмитрий Осипов даже пообещал месяц назад лично инспектировать все участки, где для ремонта теплотрассы прекращено движение транспорта, и контролировать сроки. Программа «Экономика». АТП сэкономила 18 миллионов, уволив управленцев. Об этом рассказал гендиректор предприятия Денис Пырлок в интервью «Бизнес-новостям» в Кирове. Он возглавил предприятие полтора года назад. С того времени он сократил 50 сотрудников. Это 18 миллионов рублей экономии в год. Под сокращение попали замы гендиректора, трое непонятные, как выразился Пырлок, начальники подразделений, лишние инженерно-технические работники. Также Пырлок рассказал о зарплатах кировских транспортников. Кондукторы сейчас получают 24 тысячи в месяц, водители автобусов 40, троллейбусов 34 тысячи. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Уже больше года у кировчан есть возможность оформить самозанятость. За это время 12 тысяч человек решили начать применять такой налоговый режим. Наиболее он востребован у кировских перевозчиков в сфере парикмахерских и иных услуг. Руководитель компании «Бухгалтер и я» Татьяна Максимчук рассказывает, чем это удобно и можно ли сочетать самозанятость с работой по найму. Налоговая сама считает налоги и присылает уведомления в приложение «Мой налог» ежемесячно. Чек формируется в приложении, онлайн-касса не нужна. Можно не платить страховые взносы. Это легальная работа без статуса ИП, выгодные налоговые ставки. Простая регистрация через интернет займет не более 5 минут и можно совмещать с работой по трудовому договору. Самозанятые не уплачивают налог на доходы с физических лиц, с тех доходов, которые облагаются налогом на профессиональный доход. НДС – фиксированные страховые взносы. На других специальных налоговых режимах страховой взнос нужно платить даже при отсутствии дохода. Если вы сомневаетесь, подходит ли вам самозанятость, вы всегда можете проконсультироваться с опытными специалистами компании «Бухгалтер и я», телефон 213-112, а также во всех соцсетях. Экономика. В завершение о валютах на сегодня. Доллар стоит 73 рубля 39 копеек. Официальный евро 86 рублей 51 копейка. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.